Призы под кровать. Звучит диковато. Придется тут все перерыть. Так, вам надо собрать все мячи. Осталось 30. Собираем мячи. И хочу сказать, это не только мячи, как мячи, а можно и собирать нужно и изображения, и вообще все маломальски похоже на мячи. Они могут быть, вот вопросик, они могут быть мячи, могут быть сдутые мячи, надутые мячи, какие угодно, нарисованные мячи. Так, сейчас, вот мяч, да, видите, мяч. Еще 9 штук. Обупеть. Так, 7. Не хочется ж подсказками пользоваться. Ну, в принципе, чё там уж. У меня их 8 штук. Так, 2. Подсказка. Вот так вот. Подсказка. Это тоже мяч. Вот. Все. В этом мяче что-то есть. Берем нож. Спарываем. Достаем ключ. Так, ключ. Чемодан. Это карта. Вставляем карту. Код надо. Код. Листок, к счастью, кода.
что с этим делать? Не знаю, а куда его? Так, подсказка. А. Вот. Кажется, это 58. Есть. Оп. Так, я знаю эту игру. Это тонограмма. В ней требуется составить из элементов заданную фигуру. Ну, поехали. Пытаемся. Это первое. А их тут аж три будет. Тут будет посложнее. Нет.
придется